Это Rips One, и ты смотришь Beyond the Beat. Это был очень долгий путь, потому что вокруг находилась сотня битбоксеров, но очень здорово было выучить где-то в стороне от всех что-нибудь новое. И показав это, вернувшись, ощущать приятное и по-настоящему семейное тепло от каждого. Почему ты стал заниматься битбоксом? У меня очень плохая концентрация внимания. Я нуждаюсь в информации и постоянно ищу какие-то вещи, которые могли бы меня занимать. И в детстве отец очень часто говорил мне: «Гарри, Рипс, ты не можешь даже просто отдохнуть и расслабиться». Но было кое-что постоянное. Я мог говорить мелодиями, которые учился играть на музыкальных инструментах. И самое лучшее в этом то, что неважно, умеет ли кто-то так же. Важно то, что это было со мной всегда. Всякий раз, когда я стоял в очереди или шел куда-то, у меня был этот новый друг. Нечто, что приносило мне счастье и занимало. Ключевой момент, о котором я хочу рассказать, в том, что это увлечение стало больше, чем просто что-то для меня, когда я однажды битовал и боковым зрением увидел какое-то движение. Я повернул голову и увидел, как мой лучший друг Бен танцует. И я действительно хочу, чтобы люди поняли и услышали одну вещь. Я уже говорил это раньше. Заставить людей танцевать – это мощь. Невероятная мощь. Before they come.